Идут записки, как поток реки. Нужны слезы и давнишние боли. У каждого свое ответ и далеки. А как ответ всем дать, у каждого свое ведь горе. Но только одного просил у Господа, только пребывать мне в доме Его, чтоб так стоять часами созерцать красоту величия Бога моего. Нужды разрешаются лишь у ног Христа. Один ответ на все боли насущные. Вопросов полнота, то ответ один всегда. Сладкое Господнее присутствие. Там я пастою, сердце укреплю. А когда уйду, слово запасу. Мужественным будь, твердой духом будь. Не забудь, кому ты служишь, не забудь. Лоб твой как алмаз, руки как топаз. Держат по мечу, опытный бою. Шея как столбы, величава кафедры. Сберегла себя и духа дари. У престола Бог меняет вдруг мой ум. Только у престола понимаю, какой нечестивым конец. Далеко вижу свой венец, и в Божьей любви я утопаю. Вот это есть крещение святых, вот это есть святых Божье собрание. Погрузились в дух, аллилуйя, в слух. Вдруг поет все в нуждах его создание. С тех пор у меня всегда лишь одна нужда. В доме его пребывать, красоту созерцать. Там они небаю, все нужды забываю. И тогда нужда, чтобы это не кончалось никогда. Пишу записку, у меня новая нужда. Братья, чтоб собрание это не кончалось никогда. Чтоб в духе и в истине поклоняться и стоять. И красоту лица Иисуса созерцать. У меня новая нужда. Братья, чтоб собрание это не кончалось никогда. Что в духе и в истине поклоняться и стоять. И красоту лица Иисуса созерцать.